27 декабря в Госфилармонии Республики Адыгея прошло торжественное собрание, посвященное Дню спасателей Российской Федерации и 25-летию создания МЧС России. На мероприятии присутствовали руководители администрации главы Республики Адыгея, Кабинета министров Республики Владислав Федоров, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе по Республике Адыгея Адам Тлеуш, председатель комитета по туризму, спорту, экологии и природопользованию Госсовета ХАС Республики Адыгея Рамазан Бричев, представители Кабинета министров Республики Адыгея, главы муниципальных образований, ветераны МЧС. Сотрудников республиканского МЧС поздравил с профессиональным праздником руководитель администрации главы Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Владислав Федоров. Уважаемые спасатели, уважаемые участники торжественного мероприятия, от имени главы Республики Адыгея, от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня поздравления принимают все спасатели России, которые служат и работают в территориальных, муниципальных, частных службах спасения, различных видов пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и, конечно, в МЧС. В своей ежедневной работе каждый из вас должен обладать знаниями и умениями целого ряда специальностей – врача, психолога, пожарника, химика, физика, биолога, а также самыми разными профильными навыками. Вы всегда находитесь в гуще важнейших событий, в эпицентре чрезвычайной ситуации. Пожары и наводнения, аварии и катастрофы – везде вы спасаете человеческие жизни и сохраняете материальные ресурсы. Нынешнее торжество, посвященное Дню Спасателя, знаменуется замечательной датой – 25-й годовщиной образования Российского корпуса спасателей. За каждым годом четвертьвековой истории Отечественного корпуса спасателей стоит множество славных страниц, героических свершений и побед. Бесстрашие и готовность к самопожертвованию, целеустремленность и хладнокровие – великодушие и сострадание – вот далеко не все качества, которые вы проявляете, беззаветно служа высшим гуманистическим идеалам. Поздравления присоединились Адам Тлеуш, депутат Госсовета ХАС Республики Адыгея Рамазан Бричев, начальник ГУ МЧС России по Республике Адыгея Султан Хацуков. Более 200 спасателей пожарных Адыгеи были награждены в этот день ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками. Дипломом победителя конкурса на звание «Лучший председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании в 2015 году среди муниципальных районов Российской Федерации Южного федерального округа был награжден глава муниципального образования Кашхабльский район Заур Аскарбиевич Хамирзов. Глава администрации муниципального образования Кашхабльский район Республики Адыгея Хамирзов Заур Аскарбиевич. Праздничную концертную программу подготовили для сотрудников МЧС творческие коллективы Государственной филармонии Республики Адыгея.